мы вроде здесь начнем снимку. Бандиты, идите сюда. Короче, братья и клоны, давай сыграем в приколы. Один прикол по каждых 12 братьев. Сейчас мы начнем челлендж. Мы будет вместо дома аниматора. Приколы будет у каждых. Приколы будет у каждых. Приколы будет у каждых. Египетские пирамиды? Таджики. Кто построил Пизанскую башню? Пизуны. Где находится Китайская стена? В Таджикистане. Что сделал Геракл? Накакал. Между кем была Вторая мировая война? Между цыганами и узбеками. Из чего делают изюм? Из старых бабушек. Из чего делают шоколадку Аленка? Из аленок. Какие грибы растут под сосной? Подсосники. Что измеряют спидометром? Спид. Откуда появляются дети? Из жопы. Ну да. Английский знаешь? Знаю. Как на английском будет вниз? Не знаю. Down. Сам down. Идиот, это английский. А, понял. Который оружие, вообще отвал башки. Вот прикол. Капитан Свистунов, это Свистун. Капитан Мартынов, это Мартышка. Капитан Ложкин, это Лололошка. В каком ты классе? Я в Б. О! И я в Б, а я и в Б, и в А, а я и в А, и в Б, и в Г, а я и в Б, и в Г, и в А, и в Д, и в В. А цифра? Чего? Класса? В смысле? Номер? Кабинета? Класса! 426. Их всего 11. Нет, кабинетов много. В каком ты классе? В 426. В классе ты в каком? В 426. Номер класса! Ой, долбай! Таблицу умножения знаешь? Знаю. 5 на 2. Как нечестно? Что нечестно? 5 на 2 нечестно. А 9 на 2? Как только петухи поступают, поровну людей не забей должно быть. Хорошо, 5 на 5. Честно? Что честно? 5 на 5 честно. Квадратный корень сможешь найти? Если лопату дашь, найду. Зачем тебе лопата? А как я корень искать буду? Головой? Мне что, головой землю копать? Зачем копать? Корни в земле растут. Корень уравнения. Да хоть березы. Найди мне корень. Какой? Уравнения. Тебе? Мне. Зачем он тебе? Х умноженный на 4 равняется 12. Найди мне Х. Х? Найди. Нашел. Ты не нашел. Нашел? Он под буквы И. Найди мне Х. Х? Найди. Нашел. Не нашел. Нашел. Вот он. Что такое многочлен? Это когда много членов. А что если член поделить на многочлен? Член по кусочкам. А что такое трехчлен? 3 члена. А что такое квадратный трехчлен? 3 квадратных члена. И не поспоришь? Синус числа пи. Пи синус. Какой пи синус? Пи синус. Какой пи синус? Я в химии не понимаю. Это математика. А я думал физика. Принцип. Ну ладно, раз уж не хочешь смеяться, сейчас курочка будет какать. Ну ладно, у меня напоследок еще есть супер удар. Теперь ты точно засмеешься. Я Маугли. Я старая бабка. О, сыночек, как у меня болит попка. О, мне уже 90 лет, но я еще могу дать. Ha 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 ha!
Я старая бешеная бабка! Пришло. Только я не отдам его потому, что у вас приставки нету. Срал? Кто? Где? Куда? В коляску. Ну? Че? Сказку или стихотворение рассказывай! Муха села на варенье, вот все стихотворение. Скажи мне, пожалуйста, кто в 1812 году захватил Москву? Не знаю. Наполеон! Торт захватил Москву? Какой торт? Это человек! Наполеон это торт! Я его ел на юбилей у бабушки! Хорошо! А кто раньше правил Римской империей? Кто? Цезарь! Салат правил Римом? Какой салат? Цезарь! То есть ты хочешь сказать, что торт захватил Москву, а салат правил Римом? Да! Идиот! Кем был Иван Грозный? Программистом. Программистом? Да. И что он программировал? Сайты. Логику включай! Хорошо, я постараюсь. Кем был Иван Грозный? Грозным. Кем был Александр Пушкин? Пушкой. Кем был Петр Чайковский? Чаем. Кем был Александр Попов? Попой. Кем был Лев Толстой? Толстым. Кем был Петр Первый? Первым. Кем был Николай Второй? Вторым. А кем был Александр Третий? Третьим. Логично! Сколько длилась Столетняя война? 100 лет. В каком месяце была Октябрьская революция? В октябре. Где была Московская битва? В Москве. Где придумали киевские котлеты? В Киеве. Где придумали тульский пряник? В Тульске. А где придумали адыгейский сыр? В Гейске. Последний царь на Руси? Путин. Кто крестил Русь? Путин. Кто открыл Америку? Путин. Кто президент России? Обама. Россия! Кто живет в Краснодаре? Краснодарин. Россия Галива! Я сейчас тебя просто унижу, как маленькую девчонку. Ура!